Welcome to the Power of Faith and the Ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. This man was only sitting at the gate of the temple to get money. Этот человек сидел возле ворот храма только для того, чтобы получить деньги. The only thought in his mind was money. Единственная мысль в его разуме была деньги. Money to live. Деньги, чтобы жить. Money to buy food. Деньги, чтобы купить пищу. Just an existence. Только лишь существование. Nothing more. И ничего другого. And you can understand that when Peter and John came. И вы можете понять, что когда Петр и Иоанн пришли. And Peter says, look at me. И Петр сказал, посмотри на меня. But then he says, I have no money. Но потом он сказал, у меня нет денег. I have no gold, no silver. У меня нет ни серебра, ни золота. I have no dollars. У меня нет долларов. I have no shekels. У меня нет шекелей. I cannot give you that. Я не могу дать тебе это. But he said, I want to give you what I've got. Но он сказал, я хочу дать тебе то, что у меня есть. I have something worth more than gold. У меня есть нечто, что стоит больше золота. Something worth more than silver. То, что стоит больше серебра. I have the most precious, the most wonderful thing in the world. У меня есть самое замечательное, самое прекрасное в мире. And what I've got, и то, что есть у меня, I want to give you. Я хочу дать тебе. And he reached out his hand. И он простер свою руку. And he took the hand of that cripple. И он взял этого хромого за руку. And that cripple, more than 40 years old, и этот человек, который был увечным хромым, свыше 40 лет встал. And as he stood, и когда он встал, he became strong. Он укрепился. He was completely healed. Он был полностью исцелен. Hallelujah. Hallelujah. And the miracle. И чудо. Not only was he healed, было не только в том, что он был исцелен, but he entered into the temple. Но он вошел в храм. You understand? Вы понимаете? The miracle had happened. Чудо, которое произошло. Now he could go into the temple. Сейчас он мог войти внутрь храма. Can you understand his joy? Вы можете понять его радость? He couldn't contain himself. Он не мог сдерживаться. The Bible says he was leaping and dancing. Библия говорит, что он прыгал и скакал и танцевал. He'd never walked in his life. Он никогда прежде не ходил в своей жизни. You know, if you're teaching children to walk. Знаете, когда вы учите детей ходить. I've got three daughters. У меня
меня три дочери. Many of you have got children. У многих из вас есть дети. And you know how you encourage the children to take the first steps. И вы знаете, как вы ободряете детей делать первые шаги. And then they become stronger. И затем они становятся сильнее и сильнее. And they learn to walk. И они учатся ходить. This man had never learned to walk. Этот человек, он не умел ходить. He didn't even know how to put one foot in front of the other. Он даже не знал, как передвигать одну ногу вначале, потом другую. Все, что он знал. All he knew, it's a miracle. Это чудо. A miracle has happened. И чудо произошло. Моя жизнь изменилась. Я больше не хромой. Я жив. Я получил новую жизнь. Это как рождение свыше. Новое рождение. Это как будто рождение заново. И он был настолько исполнен радости, что он начал скакать. И он начал бегать. Вбежал в храм. Аллилуйя. Какое чудо. And can you understand the ministry of Jesus? И можете ли вы понять служение Иисуса? Was to people like this. Было направлено к людям подобным этому. So often we read about Jesus. Так часто мы читаем об Иисусе. That the ones he ministered to. Что те, кому он нес служение. Were not the religious. Были не религиозными. Not the self-righteous ones. Не были самоправедными. But the sinners. Но были грешниками. Who needed to be healed. Которые нуждались в исцелении. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. But you know, let me come back to the story in the Bible. Но позвольте мне вернуться к истории из Библии. I want to be just very quick for a moment. Я хочу быть очень кратким. Can you understand the joy with this man? Можете ли вы понять радость этого человека? After 40 years. Спустя 40 лет. He's healed. Он был исцелен. But you know there's another miracle. Но вы знаете, было еще одно чудо. Because if you read a little more in that story. Потому что если прочесть эту историю немного дальше. Peter began to speak to the people. Петр начал говорить к людям. Don't look at us, he said. Не смотрите на нас, он сказал. We didn't heal this man. Не мы исцелили этого человека. He said the God of Abraham and of Isaac. Он сказал, Бог Авраама и Исаака. The God of Jacob, the God of our fathers. Бог Иакова и Бог наших отцов. And Israel, I want you to hear this. И Израиль, я хочу, чтобы вы слышали это. Your God. Ваш Бог. Peter said. Петр сказал. Peter, that Jew. Петр, это еврей. He said, brothers. Он сказал, братья. Jews. Евреи. Your God. Ваш Бог. The God of Abraham, Isaac, of Jacob. Бог Авраама, Исаака и Иакова. The God of our fathers. Бог наших отцов. Has glorified His Son Jesus. Прославил своего сына Иисуса. Has glorified Jesus. Прославил Иисуса. God. Exalted Jesus. Бог превознес Иисуса. Gave him a name above every other name. И дал ему имя превыше всех других имен. In heaven and in earth. На небе и на земле. And I want to declare today. Я хочу провозгласить сегодня. The glory of Jesus. Славу Иисуса. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for listening to The Power of Faith, broadcast with David Hathaway. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Also available online are a large assortment of videos, magazines, and books for your growth in God.
We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free gift, visit www.eurovisiontv.org. Remember, those who know their God will be strong and do exploits. Worship used by kind permission of Vinesong. www.vinesong.com.